Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Напевно, це один з моїх головних текстів останнім часом. І це текст не політика, а аналітика солдата та громадянина, пише Борислав Береза. Далі текст мовою оригіналу. Не очень коротко, но по сути. Что для нас сейчас главное? Главное – это чтобы после того, как мы накопим запасное тяжелое вооружение, у нас были силы, которыми мы сможем наступать и гнать оккупантов с нашей земли. А еще для нас важно сберечь людей, а не удержать любой ценой населенный пункт. Это война и бывает потери населенных пунктов. Но я хочу, чтобы вы помнили главное. Как потеряли населенный пункт, так и вернем. Доказано на этой войне уже неоднократно. На войне всегда надо делать тяжелый выбор, какое решение принять, рациональное или эмоциональное. Если нужно сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед и нанести удар, то я понимаю, зачем это делается. Да, мы потеряли Светлодарск, а чуть раньше – Попасную. Во-первых, из Светлодарска наши войска вышли, чтобы не попасть в окружение. Из Попасной пришлось уйти, потому что оккупанты артиллерии стерли город с лица земли. К сожалению, но там уже нечего было удерживать. Надо делать выбор – отводить войска или удерживать позицию. Но удержание в этом случае ничего стратегически бы не решало, а свои силы мы бы потеряли. Основная задача сегодня – сдерживать продвижение врага для накопления нашими силами кулака из тяжелой западной техники. А она идет к нам. Пусть медленно, из-за логистических проблем, но идет со всего мира. Ситуация сейчас крайне сложная, но командование вооруженных сил Украины предупреждало нас, что ближайшие недели будут крайне сложными и тяжелыми. Тяжелыми они будут в первую очередь из-за подобных новостей, как сейчас. Да, я понимаю, что морально это тяжело. Но и так будет не всегда. Поверьте, моим побратимам под огнем еще тяжелее. Но мы не планируем отступать или сдаваться. Мы держим наши позиции и действуем согласно приказам командования. Скажут отойти на следующую линию обороны, и мы отойдем. Дадут приказ наступать, и мы пойдем вперед. Сейчас приказ держать позицию. И наши воины держат ее, вгрызаясь в землю и не пропуская врага. Потому что мы верим в наших командиров и на всех уровнях. От командира взвода и роты до комбата и генштаба Украины. Без такого доверия не будет победы над врагом. А мы все живем этой победой и знаем, за что воюем. Под ударом сегодня Лиман, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка. Но это все понимают. И поверьте, что решения будут приниматься исходя из главной задачи. Сдержать врага и не потерять свои боеспособные силы. Доверяйте военным, они точно не враги Украины. Главное, что я хочу сказать, не надо паниковать, опускать руки и терять веру в наши силы. Это не только тупо, но и необоснованно. У врага нет стратегического перелома в свою пользу, а есть лишь локальное продвижение на нескольких участках фронта. Но для нас сегодня важнее занять более удобные позиции для обороны и не допустить попадания наших войск в окружение. А главная задача – это уменьшение рисков для потери личного состава, потому что у нас впереди большая контратака. Обратите внимание, что Кремль бросил все силы и резервы как человеческие, так и технические, но опять не смог добиться общего или локального блицкрига. И это при том, что у врага значительно больше техники и живой силы. Но враг сейчас сжигает свои силы и технику в огромных количествах для того, чтобы получить хоть какую-то маленькую победу, которую кремлевские пропагандоны пытаются раздуть до огромной. Киев они уже за 3 дня взяли, тут такая же история. А победы у россиян сегодня пирровы, мясом заваливают. А сейчас надо собраться, не падать духом и поддерживать наших воинов словом и делом. Не сейте зраду, а верьте в ЗСУ и в Залужного. Мы уже многократно доказали, что мы лучше 2-й армии мира, которая уже отгребла даже от гастомельского ТРО. Будет перелом, будет начало активного контрнаступления. И это знают в российском генштабе. Они не идиоты. Именно поэтому рашисты пытаются сломить в первую очередь наш моральный дух и посеять в наших душах сомнения. Хрен им. Мы понимаем, что это война, и тут не бывает побед без поражений. Важно, за кем будет последнее слово, а оно будет за нами. Потому что у нас огромная мотивация. А с нами весь цивилизованный мир, его мощь и военно-финансовый потенциал. И мы победим. Я редко делаю прогнозы на них, но они всегда исполняются. Потому что я делаю их на основании аналитики и после ознакомления с данными, а не для того, чтобы кого-то успокоить или необоснованно обнадежить. Так вот, перелом на фронте будет этим летом, а до ноября произойдет разгром российской армии. Но война не закончится так быстро. А вот победы у врагов скоро закончатся. И наш враг это понимает. Вот и вы соберитесь, не раскисайте и верьте в наши силы. По скриптум.
Раньше я предупреждал, что если постоянно смотреть и слушать успокоительную хрень от разных позитивных голов Банковой, то это плохо закончится для смотрящих, когда реальность ворвется в розовые сопли успокаивающих вещунов. Так сейчас и произошло. А все потому, что не надо было через разных нарциссов скармливать украинцам лживые надежды, озвученные томным голосом. Теперь видим результат. Теплая ванна, которая многих расслабила и успокоила, оказалась западней иллюзий. Не поддавайтесь лживым надеждам и не занимайтесь самообманом. Будет тяжело, больно и непросто. В финале будет наша победа, но мы все заплатим за нее страшную цену и жизни наших побратимов, родных, близких, друзей, знакомых. И не все мы увидим нашу победу. Но ради победы и ради права наших детей жить в независимой, европейской, демократической, правовой, в свободной и единой Украине мы и воюем. Это наш выбор. Мы победим. Я это точно знаю. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.